Опытом проектной деятельности поделились педагоги и учащиеся школ округа на региональном семинаре. Он состоялся в образовательном центре «Точка роста» на базе школы номер 26. «Точки роста» – это такое место, которое позволяет в малых городах и селах прикоснуться к тому, что есть в больших городах, и дети, которые занимаются в таких местах, им доступны все новые технологии. В рамках национального проекта образования на базе учебных заведений в сельской местности и небольших городах численностью до 60 тысяч человек создаются образовательные центры естественно-научного, гуманитарного, технического и цифрового профилей. Эти центры получили название «Точка роста». Для школы номер 19 имени Ильина, что в Медвежьих озерах, выбрали естественно-научную направленность. Поэтому на региональном семинаре педагоги и ученики школы поделились своим опытом исследований и разработки проекта в области химии и биологии. Точка роста в этом учебном заведении открылась в 2022 году. В рамках семинара также прошел круглый стол, посвященный организационно-методической поддержке точек роста на ближайший учебный год. Важно то, что благодаря проекту меняется жизнь не только образовательных учреждений, но и целых населенных пунктов. Ведь точка роста – это еще и общественное пространство, где педагоги, ученики и их родители, а также местные жители могут вести проектную и творческую деятельность.